Сергей Пащенко. Сергей Анатольевич, привет. Вот. Вы взяли и вдруг единственный у нас раньше этим занимался только Виноградов Алексей. Спасибо ему. Он меня открыл, что я знаменит среди мошенников. Среди ученых нет. Они про меня не знают. Так вот, значит, вы взяли и написали недоуменный вопрос. Прямо в Беккер. Ответ. А, то есть в ответе ваш вопрос звучит. Посмотрел я на рисунок вашего дерева и не поверил ему. Стоит дешевле, чем рисунок. Значит, у вас нет таких абрикосов, такие плоды. Или я не прав? Выложите фото, помните, я это призывал. Требуйте от них это, фотографии матчного сада. Выложите фото, а не фотошоп. Думается, не один такое мнение. Ответ менеджера. За стулья держитесь? Добрый день. Мы продаем посадочные материалы, а не взрослые деревья. То есть, видите, где же они вам возьмут-то? А поводов не доверять нашим поставщикам у нас нет. Уже очень многие покупатели оценили эти компактные, удобные, низкорослые сорта. Знаете, я в свое время такой же конкурс объявлял. Я говорил, крупнейший в России питомник продавал абрикосы. Что такое абрикосы? Это трехэтажный дом, знаете, да? Которые привиты на эту, даже не на степную, а на песчаную вишню. Ну, двухметровый кустарник вот такой. Вот. А они вначале приживаются, а через год, два, три сдыхают. Понятно. Я еще, помните, я упоминал главного редактора, еще не было никаких. Это сколько времени прошло, когда не было никакого интернета по мини. Вот, я призывал, говорю, ну, на одну фотографию абрикоса привитого, не на абрикос, а ну, на сливу-то еще можно, я вам показывал. Вот. И, а прислали за все годы, а тогда популярность была у меня дикая. Вот. Ящик не матерился этот самый, материлась, как она, почтальон, потому что не влазит же в ящик. Она вынуждена третий этаж подниматься. Ну, пачка писем не влазит, она пихает, они. Вот так было, это не то, что сейчас. И вот популярность огромная. И мне один раз прислали фотографию привитого абрикоса на волочную вишню. Ну, довольно солидный, там ведра два плоды. Не знаю, он, конечно, через год-два все равно сдохнуть должен был. Вот. И еще, вспомните, натерн мне присылали с северо-запада, по-моему, оттуда же, с Калининградской области, что ли, ну или где-то в тех краев. Но это единичный случай. И ни разу взрослого абрикоса, привитого на этот же, тысячи, десятки тысяч саженцев продают, а не то, что ни одного дерева увидеть не удалось. И тогда я сейчас уже тоже объявляю конкурс. Как найти в стране, где продают? А бешеная реклама, она лезет со всех щелей. Я рассказывал, они умудрились даже это. Думая, что Сергей Железов солидный, но он, правда, солидный. Они ему прям прислали в это, заказным письмом в рекламу. Не просто в интернете, а даже вот, мол, покупайте. Нашли дурака. Вот. И до сих пор ни одного человека, который бы написал. Вот же, посмотрите, там нарисованы плоды, горшочек, тут 10 килограмм, то есть он, как помните, я говорил, ни одной секунды стоять не сможет. Вот видите, я к чему. Я же вижу, что есть низ, есть верх. Это не Ванька встанька. Наоборот, представьте себе Ваньку встаньку, игрушку, да, поставьте на голову и попробуйте удержать. Фокусник не сможет. А у них нарисован горшочек вот такой, и вот килограмм, это, целое ведро плодов висит, листьев не видно. И вот это вот получилось как? Объявляю конкурс, пожалуйста, найдите, ради бога, хоть одно дерево, которое дошло до плодоношения, которое от них получено. Вот. Есть ли такое или нет? И еще раз, это я уже обращаюсь и к Сергею, и ко всем. Ну, вот везде же это, вопиют, везде же... И к вам такие же лезут эти рекламы. Ну, позвоните, ну, пожалуйста. Вот. Спросите уже не только, почему настоящие фотографии, а просто, ну, видно же, человек признался, менеджер. Мы продаем посадочные материалы. Поводов не доверять поставщикам. То есть ответ обтекаемый. Значит, получается, что все честно, что действительно будет вот так. И у поставщика, наверное, так и есть. Кто поставщик?
Откуда дровишек? Кто поставщик? Вот если ему такой в лоб вопрос, что они ответят? В России такого быть не может, исключено. Просто знать, как они будут выкручиваться.